Супруг телеведущей и блогера Ксении Бородиной бизнесмен Курбан Омаров получает угрозы из-за раздела имущества при разводе. Бородина подала документы на развод в конце июня, при этом она обратилась на один из мировых участков. Это означает, что в заявлении знаменитости не идет речь о разделе совместно нажитого или алиментах. Однако люди из окружения почти бывших супругов сказали, что Омарову поступает угрозы с требованиями отказаться от имущества в пользу Бородиной. Мол, если соберешься на что-то претендовать, будь готов к тому, что твоя репутация будет полностью уничтожена. Выставят в максимально плохом свете, уточнили знакомые пары. По словам источников, супругам действительно есть что делить. Бородина знаменита и хорошо зарабатывает, но и Омаров немало вложил в семью с финансовой точки зрения, отметили в окружении ведущей и ее мужа.